А чайки норм, хорроры или хуйня для нормисов? Ну, слушай, я хуй знает на самом деле, смотря кого считать нормисами. Фильмы про чайки, они, мягко говоря, несерьезные. То есть, ты, если хочешь посмотреть комедийный какой-нибудь слэшер, но где все-таки людей убивают, да, то, да, фильмы про чайки – это, наверное, что-то твое. Единственное, что первые три части, они пизда какие устаревшие. То есть это вот именно кино 80-х. Но вот начиная с «Невесты Чаки», в принципе, и сейчас можно смотреть смело. Ты, да, там не будешь знать какую-то предысторию и так далее. Ну, твою мать, как бы. Предыстория, которая тебе нужна для фильма «Невеста Чаки», это тоже в первых трех фильмах там главный антагонист – это маньяк-убийца, который при помощи магии Вуду переселил себя в детскую игрушку. Типа, все, это весь сюжет. Три фильма, как бы, только что было пересказано. Значит, и можешь смело браться за фильм «Невеста Чаки», где песня «Робо-зомби» в начальных титрах играет.